Как вы все хорошо знаете, в этом году Покровской ярмарки не случилось, как и ее делового центра. Но мероприятия с лихвой компенсировали сегодняшней выставкой «Тамбов Продмаркет». По словам организаторов, форум обещает стать ежегодным. Продмаркет работает по народному принципу на людей посмотреть, себя показать. Только речь идет о миллионных контрактах и выходе на новый уровень предпринимательства. Тамбовская молочка, консервация мяса и ягоды уже имеют долю в сетевых магазинах, но необходимо следить за движением рынка. Нам очень интересно сейчас выстраивать взаимодействие с локальными производителями, с местными производителями, потому что это лояльность покупателей, которые на той или иной географии приходят в наши магазины. Чтобы вести бизнес на качественно новом уровне, необходимо развиваться самому, ведь инициатива и находчивость производителя важна не меньше, чем качество самого продукта. Сети всячески развивают сотрудничество с производителями на региональном уровне. Но на региональном уровне конкуренция все равно остается. Поэтому для того, чтобы не просто войти в сети, а войти в сети лучше, чем ваши же региональные другие производители, производитель должен понимать ряд вещей, в первую очередь, как работают сети, понимать, что происходит на рынке. Представители ритейлеров рассказали о предпочтениях современного покупателя и своих требованиях к партнерам. Без электронного документа оборота, правильной упаковки и маркировки товар не сможет занять свое место на прилавках. В основной своей массе сельхозпроизводители, они не останавливают свое производство. Поэтому для них, может быть, где-то были перебои с поставками. Такое действительно мы видели по некоторым отраслям. Но в основном сельхозпереработчики и сельхозпроизводители не останавливали производство. У них есть рост, есть продажи. Поэтому вот наша задача сейчас помочь найти им сбыт, ну и помочь в реализации их продукции. Это самое главное. В течение года администрация региона запланировала провести ряд закупочных сессий. Представители сетевых магазинов познакомятся с производствами в их естественной среде. Уже сейчас стороны обменялись деловыми контактами. Павел Ярасов, Николай Иванов, Ольга Кириллова, «Область новостей».